Так, ну я поставил новую. Ренат, меня слышно? Поставил новую сторону, она будет тянуться дальше, поэтому да, спокойно относиться. Есть. Ну что, начали работать, да? Сколько сейчас оперативного времени, кто видит? 15 минут. Да, примерно 5 с минутами мы работаем. А потом еще будет время посидеть, спокойно поговорить. Там еще кто-то, если захочет, может сам что-то спеть, я гитару оставлю. В общем, короче говоря, не позже 6 мы должны освободить, потому что тут будет после нас какой-то французский шансон, который будет выступать с каким-то ансамблем, и они будут репетировать. Ну, короче, до 6 у нас время, что-то до хрена. А пока примерно час работаем, значит, в принципе, я пою избранные песни с учетом ваших заказов. Первый заказ поступил еще раньше, чем начался наш концерт. Есть такой Олег Брылев. Я хочу, чтобы вы запомнили это имя. Почему? Потому что он сейчас выпустил книгу в издательстве «Эксмо», которая называется «Афганская ловушка». Да, вообще этот парень, он был советником на достаточно высоком уровне в афганской армии. Но это был странный советник, потому что за 2 с лишним года нахождения в Афганистане у него было 220 дней участия в боевых действиях. Кто бывал в Афганистане, он может понять, что цифры почти нереальные. То есть он был и наверху, и внизу. Он видел и то, и все. И вот он написал эту афганскую ловушку. Сейчас первый тираж раскуплен, но второй, насколько я знаю, тоже распечатан. Есть в интернете. Я всем советую посмотреть, почитать. Ему много помогал Николай Федорович Иванов, который с нами здесь сидит, сопредседатель Союза писателей и полковник в Афгане. Ну, в смысле, в Афгане еще-то не полковником был, конечно. Десантник и журналист. Вот. И там впервые написано очень четко, кто, почему и как нас туда втянул. Да, нас туда втянули. У меня много песен об Афганистане, я их не стыжусь и не буду стыдиться петь. Потому что одно дело, мало ли кто чего хочет. Какая там политика. А жизнь потом все переворачивает по-своему. Значит, у Брылева заказ песни, которая называется «Афганский», вернее, у меня так, «Последний поход». А я вам всем советую посмотреть эту книгу «Афганская ловушка». Вам многое-многое станет понятно. Вот Боря Миронов, который у нас был даже министром при Ельцине, но, слава богу, потом ушел как русский националист оттуда там. Боря, вот там он, все это те, кто виноваты, обычно, они там в этом не засветились. Можно не будут писать больше? Итак, песня «Последний поход». Разорван погон под ремнем автомата, и стерлась тельняшка на левой груди, где сердце колотится не виновато. Во всем, что за нами и что впереди. Вошли по ущелью, спустились в долину, поднялись оттуда на горный хребет. В бою разделившись на две половины, оставшихся здесь и оставивших след. Пошли с перевала под рубом овечьим, по минным ловушкам, под скрестным огнем, внезапно сверкавшим сиянием вечным, ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по трубам на горное плато,
загадывать нечет и чет. Один из нас в небо взметнется крылатом, другого навеки земля привлечет. Разорван богом, под ремнем автоматом, и стерлась терняшка на левой груди, где сердце колотится не виноватым во всем, что за нами и что впереди. Она, в общем-то, как бы конкретно, там упоминается Виктор Дмитриевич Жуков, сегодня у нас нет, но это вообще песня про советников. Он Любовью Федоровной, тоже муж советник, да? И здесь меня еще кто-то еще просили о советниках, да? Если можно, спать песню. Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в Авратском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку взбунтовали солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, не прежний ремень теребя, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дувалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклиная, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел в экспрессе Москва-Ленинград? Мир тот же из крови и песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны. Я буду чередовать там, я еще помню какие-то заказы, да, но если что, вы еще потом будете кричать или говорить. Я так составил более-менее избранное. Вот песенка капитана из Чечни. А, кстати, Николай Иванов виноват в том, что я ее написал. Он затеял какую-то пьесу и объяснил мне, какой должен быть главный герой и какая у него должна быть песня. Я написал. Я не знаю, пьесу поставил Николай Федорович, я поставил там. Но песня есть. То есть это или песня капитана из Чечни, или называл куплеты капитана. Вот и весь служебный рост, на погонах 8 звезд. Охожу все годы в командирах взвода. Округа безусловного врага, но с годами чаще враг был настоящий. Я в Абхазии бывал, Приднестровье воевал, я верхом на танке ездил по Таганке.
спал со вшами в блиндаже. Я копал окопы посреди Европы. Не давала ордена удивленная страна. Умный, мол, ворует, а дурак воюет. Я не робот и не слаб, я отнюдь не против баб, но с моим окладом им меня не надо. Я под вечер или в ночь выпить водочки не прочь. Это тоже дело, если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, из Тамбова или Москвы, разве что контужен и никому не нужен. Есть друзья, которые, можно сказать, за нами следят от Мюнхена до Луганска. Да, нет, серьезно. В интернете сейчас нет прямой трансляции, но они обязательно будут смотреть это завтра. И вот в Луганске сидит такой Сергей Климов, участник этой страшной декабрьской ночи. Когда, Коля, было 27 декабря? 27 декабря 79 года, да, Сергей Климов был один из участников этого переворота, хотя он не брал дворец Амина, но у него было задание снять часового, да, и он там всю ночь сидел, точил кинжал на мокрое дело и туда. Вот, но слава богу, потом этот часовой сам куда-то там спрятался, испугался и бежал там, прижался. А сейчас он сидит в Луганске, и его оттуда не вытянешь, хотя у них света нету, но иногда дают, и иногда у них включается, в том числе и интернет. Поэтому, когда он услышит это дело, да, пускай он вспомнит. Вот для него песня об этих первых днях называется «Звезда над городом Кабулом». Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтоб родина вздохнула, когда на снег упал вот океан. И я лежу, смотрю, как остывает над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, а нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций, лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрьская чужая, под звездой дымится кровью снег, и я слезой последней провожаю все, чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтобы родина вздохнула, когда на снег упал вот океан. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там на подходе к афганской столице девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется бой до рассвета, то не было роды, приснилась она. И если затянется бой до рассвета, то не было роды, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу девятая рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай коротка ее бронеколонна,
Последний ходившая в мирном строю, девятая рота сбивает заслоны в известном декабрьском первом бою. Прости же, девятая рота отставших, такая уж служба, такой был приказ, но завтра зачислят на должности павшим в девятую роту кого-то из нас. Ведь завтра зачислят на должности павшим в девятую роту кого-то из вас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по Тверскому девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной. Идет по России девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной. Так, чего говорили, история Афганистана, да, ой, сложная песня. Сами хотели. Тяжело вам будет. Длинная песня. Надо только пояснить, что я написал два приема. Одно, значит, начал при жизни Брежнева, который упоминается там под именем Ильич и тот, кто нынче выше всех. Вот. У меня это была отдельная песня. А потом Брежнев, как вы знаете, немножко умер, да? И мне пришлось дописывать эту песню и объединять. Вот объединенный вариант я вам сейчас пою. В принципе, я считаю, это достаточно точное воспроизведение, что творилось в Афганистане. Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Безусловно, дали бог. Мы десяток лет назад, называя Захиршаха и высочество, и брат, мы ему завод плодим, мы даем ему угля, да. Любили мы скотину Захиршаха короля, до зубов вооружили, утопили его хором. А вообще неплохо жили с этим самым Захиром. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич фундамент под кабульский политех. Но история как средство по весоме кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, как с товарищем зажили, с этим самым Даудом. Только снова дали маху серии революционера. Оказался братом шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, целовал утро полично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде. Там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде. Нет Дауда, танки есть. И хотя мы родовато взяли принца на штыки, нам целуем, словно брата Нура-Мура Тараки. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет, грамотей. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей. И партийные разлады непутево примерял. Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки. А вообще неплохо жили с Нуром-Муром, дураки. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вира Нурман или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушку своего лучшего дружка и зарыл дорачью тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, мол, Амин Хафизулла, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо, и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на бобра как армаля. Правда, он буржуй
прожжен, порченистый пустобрех. Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный, с пьяной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров. Войск прислали, чтобы в волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше, в нашей собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка, может быть, без Леонида здесь не надо бобрака. Долго думали, однако во все стороны поля, за Боброва, за Бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Андроп, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь ломали кучи дров, дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь, уже сидит в Кабуле особист на Джигула. Правда, в университете он учился на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча, возглавляя орган хата. Это ихний комитет. Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли б, но в Кремле Пятно восстало. До свидания, наджим. Отоварили чекушки и агашки, кто имел, в Хайратоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, раз приказ дурацкий дан. Мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и трещим из пулеметов на гражданской, на войне. Не дадим отныне маху, только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми. Самый тоненький чуяла запах.
пылает город Кандагар. Второе название. Второе название — Аллах Акбар. Да? И вот у меня на этом сайте, в который я вам советую время от времени заходить, этот Виктор Рыстаков, там моя дочка, значит, разместила в том числе и вот эту песню. И уже несколько сотен тысяч там прослушаний, просмотров, и уже побольше тысячи руганий там, ругательных отзывов. Потому что многие думают, что это я успеваю как бы Аллах Акбар там. Нет, я не против ислама. Сейчас уже Украина показывает, что мы можем и вместе воевать против общего врага. Просто это одно время в Афгане было какое-то такое шутливое приветствие, но я как-то не тыкался, когда наши офицеры друг друга так, так шутливо приветствовали. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Песня тяжелая, но я попробую. Пылает город, Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал наконец. Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, пылает сквон и перебил дозор, идешь в атаку, батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свергнем Аллах. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, и все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Тяжело, но можно. А кто это знает? Кто-то из садобатского отряда здесь нет? Дело в том, что эта песня документальная такая. Была такая, в Джалабаде стояла бригада спецназа. Один из ее отрядов, ну, батальоны называются отряды, стоял в Садабаде. А в Садабаде была такая роковая мароварская рота, которая в одном из выходов была, ну, не полностью, но наполовину почти уничтожена. Вот. А потом из тех, кто остались живы, я с ними попал на какую-то боевую операцию, и нас так окружили, но это уже была другая рота, там, в смысле, они уже были с боевым опытом, и как, когда нас окружили, им стало смешно, они окружили тех, кто нас окружили. А прапорщик Зенин был действительно такой прапорщик, который впервые пошел на боевые действия, и он обо всех как заботился, он был уже пожилой человек, да, ему казалось, что молодежь сейчас, что они молодые дураки, всех перебьют, он всех старался защищать, там, стрелять, там, он все говорит, ты
качать, ты нам сухари принеси, там, что-нибудь там, тушенку разогрей, только не стреляй, ради бога, успокойся. Потом, когда взяли пленных, он стал этих пленных защищать, говорит, не их жалко. Там, и вот его документальная судьба. Воинский долг на земле не изменит. Друг перед другом мы вечно в долгу. Вы стали воином, прапорщик Зенин. Ну да, неправильно. С Курской дуги, не дождавшись отца, жить сиротою, судьба непростая. Послевоенное время вдвойне, самой голодной была на Алтае. Ваша семья не по вашей вине. Выйдя в слезах на колхозное поле, мать с терни подняла голоски и заплатила годами ее доли, чтобы однажды поели сынки. Вы это помните, прапорщик Зенин, не обвиняя судьбу и страну. Воинский путь на земле неизменен, жизнь перейти и осилить войну. Вы послужили России на срочной и на сверхсрочной ни год и ни два. В школах вечерних, в учебах заочных на старшинство обретая права. Старше по возрасту, даже комдива, вы наш отец, боевой старшина. Только останьтесь, пожалуйста, живы. Это не Курск, это наша война. Воинский долг на земле неизменен. Друг перед другом мы тоже в долгу. Да не спешите же, прапорщик Зенин, вас тяжело заслонять на бегу. А вертолетчик. Иногда меня спрашивают на выступлении, а про какую женщину ты это написал, там нравится певица, там, да. Так это сборный образ из всех женщин, которые бывали в Афганистане, которых я видел, я имею в виду странных певиц. Ну, в частности, моя давно знакомая, любимая Эдит Станиславовна была там в Афгане. Кстати, на ее глазах там падал вертолет, она потом рыдала, за шиворот взяли, петь будешь, а я не могу петь, будешь, она спела там, вот, и Анна Вески, помните, была такая, то есть такой сборный образ, но который ближе, конечно, к Анне Вески, кстати, мало кто знает, что у нее, не сын, а брат, он служил офицером Советской армии, разгильдяй был страшный. Звезду электронной эстрады, красавицу лет 30, на дочку из Джалабада им выпало перевести. Она улыбается ярко, по лесенке всходит в салон, одетая в темный немарки, но бархатный комбинезон. Запущен движок вертолетом, ревет и вибрирует мир. Оглядываются пилоты, как будто она командир. Величественно и лукаво певица кивает слегка, вручая им сладкое право нести ее под облака. Отводят смущенные взгляды, взлетают в эфир, говорят, над рощами Джалалабада с бесценною ношей парят. Потом начинаются горы, вершины близки и грозны, тревожные переговоры, которые ей не слышны. Как молоды летчики эти, певица подумалась вдруг, здоровались прямо как дети, смущаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, прошла каблучками стуча, и две несравненных ладони накрыли два юных плеча. Но
оглянулись пилоты, не вздрогнули, не напряглись, и лишь впереди вертолетом какие-то искры зажглись. С минуту стояла меж кресел, вернулась в салон и на скамью, ругая свой жест, он из песен и чуткую душу свою. На дочке простилась надменно, спустилась по лесенке в пыли и гордо шагнула в военный подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, проштрафились чем и когда, ведь даже что их обстреляли, не знала в салоне звезда. Запущен движок вертолета, ревет и вибрирует мир. Летим, как к тому пулемету, сквозь зубы сказал командир. Михаил Муромов вот на эти слова, там, спроси пустыню, там все прочее. Да, но ее сейчас очень, ну, подавай, да, но ее сейчас очень мало передают, а одно время ее крутили. А у меня такой бардовский вариант, который, ну, я вам покажу просто, как вот сочинялась песня, да, хотя я считаю, что то, что написал Муромов, песня намного лучше. Зараза
60, пески взметнулись и висят, и лезет бронетранспортер, как полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько их еще, спроси пустыню. Шесть дней назад, сказал комбат, разведка видела отряд, плют от границы прямиком, как будто коротко знаком, с азисами на пути, и мы должны его найти. А сколько их еще, спроси пустыню. Во флягах кончилась вода, подбросят небо, не беда, беда, что бьют из кишлаков, они дрыгают чужие средь песков, там богатеи правят власть, плевать им на Кабул и власть, и сколько их еще, спроси пустыню. Гудят вертушки день и ночь, они хотели бы нам помочь, да разглядишь свысока среди проклятого песка, где разбежались и легли десяток тех, кто ближе шли. А сколько их еще, спроси пустыню. Искали тень, седьмой удач не выпал день, подул нам в лица наконец, не пыльный ветер, а свинец. С бархана, с гребня, с бугорка ударили три дошика, а сколько их еще, спроси пустыню. Пускай под 70 жара, сегодня лучше, чем вчера. Два взвода двинуты в обход, их прикрывает третий взвод. Четвертый с пятым на заслон, гранатометный взвод на склон. А сколько их еще, спроси пустыню. Прошла минута или час, какая разница для нас, когда окончены разговоры, тащишь бронетранспортер, перехвативший за приклад в тебя стрелявший автомат. А сколько их еще, спроси пустыню. Заводная песня, но там не просто ритм, а я пытался из каждого гарнизона что-то характерное найти, а для такого нормального слушателя это будет непонятно. Ну, например, там полихумри, там, да-да-да-да, где каждый час пугают нас, рванувшись дуру, на складах будет запас. Что это значит? Это мало кто понимает, а вообще, кто был в Афганистане еще в определенное время, знаешь, там очень сильно был взрыв именно складов этих самых со снарядами. Это одно время прогремело, так сказать, прямо перенесся в смысл по всему Афганистану. Ну и так, во многих гарнизонах я пытался уловить какие-то общие черты. Итак, афганские гарнизоны. С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою прости. И айдам воздушным сообщением другое измерение, другие города. Кабу, Кабу, Эресов Гулу, Дабруляманги чуть живой от скуки, штаб сороковой, а аэродром небесный гром, камни в чекушке. И прапорщик с ведром джалалабад, волшебный сад меж двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой, спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк летает в небесах. Пули хумри, тут хоть умри,
Но вечно глина под ногой, и вечно мина под другой, и каждый час пугает нас. Рванувшись дуру на складах, боезапас, кундус, кундус, не хватит муз, чтобы поэта вдохновить, тебя прекрасным объявить. Зимой мороз, весной понос, и круглый год жить или не жить, один вопрос. Газни, газни, кругом огни, бьют дышека издалека, и миномет из бугорка. Берись за умом, гони ханумом, без темноты она не стоит этих сум. Гордес, гордес, пыль до небес качают духи головой перед бригадой штурмовой, мол, за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь мало бат, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат. Но здесь он ля госпиталя, где много баб, а с ними пухом нам земля и Кандагар. Сплошной угар на черной площади, броня горит среди ночи и среди дня. Но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ветром. Так, все, идем? Тумян? Ладно. Человек только что прилетел из Африки. Как ему отказать? Программа не было. Да, там стояли действительно. Вот мы с Матавеем там и познакомились. С Володей Матавеем стоял второй батальон, да? 345-го парашютно-десантного полка. Там эти Будды были такие огромные, потом их талибы-то уничтожили. А вот ребята. Чего? Весь полк стал, просто рассказал. А раньше там целый полк? По-моему, сначала один батальон стоял. А потом полк. Потом весь полк стал тоже. Мы в каком году там были? 81-й или какой-то? 89-й. Нет, я помянник, когда встречался. 81-й, по-моему. Ну, короче говоря, эта песня посвящена как бы внутренним человеку из ГРУ, Федору Борисовичу Гладкову, который работал вместе с полком в Бамиане там, да. И был вылет, когда мы летели на двух вертолетах, вот их сбили. Федор Борисович. Ну, мы каждый год встречаемся на кладбище с отцом уже. Был такой писатель Федор Гладков, который написал «Цемент». Потом, кстати, был ректором Литинститута. У него был сын Борис, про которого была толстая книжка «Супер Спай». Он был нашим разведчиком, резидентом в Америке. Вот. А в годы войны Великой Отечественной он был командиром торпедного катера. А у него родился сын, уже Федор, Федор Борисович, который был в ГРУ, и вот эту самую группу возглавлял ГРУшную, да, и они меня взяли тогда, потом кто-то меня вытолкнул из этого вертолета и в другой штаку. Вот тот вертолет сбили, они погибли, а мы что-то уцелели. Так, ладно, покажу. Он был очень красив, я его не забуду. Бамиан, древний город 3000 пещер. В скальных нишах две статуи, два исполина, два Будды. Символ вечности, веры, забвенья, вер.
Фамианской долине цветут абрикосы, виноградные лозы, облитые стволы, там журчат ручейки, там ревут водосбросы, там дома, как чинки, на дне пиалы, даже солнце весь день не горит, а сияет. Даже ветер всю ночь только движет слегка, и дорогой царей на кому проплывает ожерелье долины, ее облака. Будам все не впервой, им 15 столетий, время не пощадило их каменных лиц, и надменным покоем на путника светит пустота их изъеденных ветром глазниц. Буды были одеты и в глину, и в злато, злато сняли монголы на глину ветра. Буды были бедны, буды были богаты, буды были богами, их память пестра, величавы, горды, неподступны, всевластны, хороши истуканы, но выхватил взгляд человека внизу, был живым и прекрасным, запрокинувши голову, русский солдат в Бамианской долине. Так, две последние песни, потому что мы задержались, раз уж вы упомянули, то в Бамиане стоял тоже 345-й полк. Я когда впервые попал в Афганистан, то тоже посадили нас в Баграме, там опять стоял 345-й полк. 9-я рота, про которую я пел, которая вместе с КГБшником участвовала во взятии дворца Амина, тоже 345-й полк. Паша Грачев, бывший министр обороны, там как к нему не относись, тоже 345-й полк. Саша Лебедь, тоже оттуда. Разгильдяй, который думал, что он сумеет, как он говорил, залезть на самый высокий забор. Ну. Песня 345-го полка. Обнимись с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. А мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды в Баграме, как свистели пули у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Саланга и до Бамиана лезли мы по тропам в облака, сквозь рассветы алые, как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Но тех, кто предали нас ныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, но в Москву придем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка, в русскую советскую столицу 345-го полка. Так, все, заявки больше не принимаются. Пою две последних песни. Больше уже без Афгана нет. И крайняя последняя. Одну песню все-таки мне хочется, пока друзья мои, с кем я давно не виделся в газете, еще вспомнить одну газетную песню. Называется «Песня специального корреспондента». Можно добавить слово «правда». Был на севере июня в Конотопе у подруги, был на западной границе, на Курилах и в Баку.
А теперь летит в столицу, очерк должен получиться. Но чтоб очерк получился, нужно первую строку. Вдохновенный труд народа, все 2000 года. Агроном стоял над пашней, нет, наш газик встал в пути. Или встретились на заводе, или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, чтобы ту строку найти. И нашел, спору нету, но бутыль была с приветом. Черта рожица кривая, показалась из горла. Выпиваешь? Выпиваю. Воспеваешь? Воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохи твои дела. Черт задумался уныло, и куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в мытище, ну и вызвал бы меня. Репортажик строк в полтыщи, закусив духовной пищей. Об успехах перестройки накатали бы в полдня. А теперь тебе неловко, ты ведь брал командировку. Нагляделся чертовщины, тут такого споешь. Бытовщина, матерщина, штурмовщина, дармовщина. А критическое знаю, полагается под нож. В этот вечер черт не скоро распрощался со спецкором, только черт-то был подкован, потому что день спустя считан, сверен, согласован, очерк был опубликован, и спецкор, похмеляясь, улыбался, как дитя. Чем я займусь? После последнюю песню, где все заявки не принимаются, спасибо всем огромное. У нас будет время еще как минимум полчаса, мы здесь сидим, кто хочет, там общаемся, там заказы выбиваем. Последняя песня, а что нам терять? Я, кстати, скажу, что я всегда упоминаю фамилию этого человека, Вадим Кожинов, Вадим Валерьянович Кожинов. Если вы видите, книги сейчас, они много издаются, вот, про что угодно. Он писал про литературу, про историю, у него загадочные страницы там 20 века, про войну, про революцию. Покупайте, потому что это интересно. Это может быть последний или единственный реальный мыслитель 20 века, который еще мало ли кто чего из нас думает. Я так считаю, я так считаю. А у него всегда очень четко цифры, какие-то взгляды, которые он брал часто у врагов, с ним невозможно было спорить. Да. В общем, если видеть, я почему вспомнил, это его любимая песня. Мы с ним не то чтобы дружили, но... И однажды он говорит, вот Виктор Глебович, да, а вы о чем этой песне хотели сказать? И я начал пытать, я хотел о том, о том благо. Говорит, не надо, вы сами не понимаете, что вы написали. А я, кстати, до сих пор не понимаю, что я написал, но ему это нравится. От боя до боя недолго, ни город калибы не вспять. А что нам терять, кроме долга, нам нечего больше терять. И пусть на пространство державы весь фронт наш незримый опять. А что нам терять, кроме славы, нам нечего больше терять. Пилотки и волосы серы, но выбилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры, нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести, нам нечего больше терять. Что нам терять, кроме чести, нам нечего больше терять. В короткую песню этим нам вечная песня подстать. Ведь что же нам терять, кроме смерти, нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти, нам нечего больше терять.